Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. И с вами Лариса. Отгремели новогодние салюты и детские елки. И миллионы увлеченных дачников и огородников средней полосы и Подмосковья начали потихонечку задумываться о летнем солнышке и выращивании рассады из семян. Тем более, что некоторые цветы и овощи долгорастущие и прихотливые в выращивании. Их можно и нужно сеять уже в январе, при важном условии, что у вас есть подсветка, так как зимой короткие дни, и при недостатке света хорошей рассады у нас не получится. И первое, что нужно посеять из цветов, это иустома. Иустома – яркий и нежный представитель капризных, долгорастущих цветов, поэтому семена этого цветка высевают преимущественно в январе-феврале, когда день прибывает и растению легче перенести адаптацию. Зацветает иустома только через 6-7 месяцев, поэтому многие сеют этот цветок в ноябре-декабре. Оставлю ссылку о подробном выращивании и посеве иустомы. Обязательно посмотрите. Также в январе-феврале сажают на рассаду петунию, чтобы этот популярный цветок зацвел уже в мае-июне, когда основные посадки только начинаются. Как всегда, набрала много сортов, и низких, и каскадных. Некоторые уже выращивала раньше, о чем подробно рассказывала и показывала. Супер результат цветения сорта розовые жилки. В этом году добавила желтые и малиновые жилки. Очень эффектный и красивый цветок. В этот раз купила серию петунии Джоконда. Это каскадный сорт. Цветет очень обильно за счет гена мужской стерильности. При этом угнетается воспроизведение семян, и все силы отдаются на суперцветение. Должно получиться очень красиво. А также петунию превосходнейшую, трех цветов. Розовая, бордовая и темно-пурпурная. С крупными цветами, нежными жилками и волнистыми краями. В январе нужно сеять семена клубники и земляники, желательно ремонтантных гибридов. Семена прорастают очень долго, до месяца, и пока рассада наберется силы, как раз придет время высаживать ее в открытый грунт. Также, если есть место, время и желание, можно посеять семена лука репчатого и лука порей. Это делается так рано, чтобы получить урожай уже в этом посадочном сезоне. О выращивании лука порей уже рассказывала раньше. Оставлю ссылку внизу под видео. Кому интересно, обязательно посмотрите. Семена овощей и зелени комнатных сортов вне времени и конкуренции. Их можно высевать круглый год для выращивания огорода на окне. Эти семена адаптированы к экстремальным условиям для низкой освещенности. И в январе они тоже отлично будут приживаться. Еще с января начинают сеять пеларгонию, а по-простому герань. Она хорошо растет и цветет на окошке, а также в открытом грунте на грядках. Неприхотливое и засухоустойчивое растение, которое выращивают давно и все. Еще можно посеять такие семена цветов, как гвоздика, лобелия, бегония. Но в этом году я их не буду выращивать, просто из-за недостатка физических возможностей и, конечно же, ограниченности места. Желаю всем удачи, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди.